Привет, мои дорогие! Рада видеть вас у себя на канале. Сегодня у нас с вами новое видео. Будет мега интересное и продуктивное, потому что именно сегодня тот самый день X, когда меня переселяют на новую кухню. Она, к сожалению, еще не готова. Там еще много чего нужно доделывать, то есть возникли некоторые сложности. Но у нас очень сильное ограничение по времени, потому что пока у нас гостит дедушка, им с Илюшей нужно возвести стену, то есть перегородку между кухней и будущей спальней. Поэтому нужно уложиться в короткие сроки, осталось не так долго ему у нас гостить, поэтому они хотят успеть это сделать, то есть Илюше все равно нужен помощник. Поэтому я в скором порядке экстренно переезжаю еще на незаконченную кухню. Ну, я вам, в общем, потом все подробнее покажу, какие еще есть недоделки, что еще нужно будет доделывать. Да вы, в принципе, и сами все увидите, потому что еще и шкафчиков некоторых не хватает, но эта кухня уже вообще, здесь просто полная разруха. Здесь, видите, уже нет холодильника, за мной уже нет плиты. И сегодня они, наверное, уже будут ее разбирать. Поэтому я не представляю, как это все будет вообще. Мне кажется, вот такая грязюка. Но это все будет уже не важно. Главное, что я буду уже на своей новой кухоньке. И мы вместе с вами сегодня будем, ну, пока просто раскладывать то, что имеется. Никаких новых органайзеров я пока не покупала. Никакой организации хранения я пока заниматься не буду. И займусь этим уже, скорее всего, после Нового года. Потому что хочется сейчас просто переехать, хоть как-то пока там разложиться, обосноваться и уже немножечко отдохнуть, уже, так скажем, немного расслабиться по поводу того, что, да, вот это эмоциональное напряжение и физическая усталость, все это накопилось, поэтому организацией нужно заниматься, ну, так, чтобы у тебя было вдохновение, и ты была полна сил. Поэтому я думаю, что мы с вами займемся этим уже после Нового года. Сенька все-таки умудрился нас заразить. Сначала заболел Илюша, потом заболела я, и, в общем, вот мы ходим все сопливые. Ну, я надеюсь, что это будет ненадолго, потому что, конечно, Новый год не хотелось бы встречать в таком состоянии. Слабый, знаете, отвратительное состояние. В общем, что у нас сейчас происходит? Одна половина кухни, в принципе, уже готова к переезду. Илюша только что переставил мне туда духовой шкаф, сейчас будет ставить варочную панель. Вторая пока еще половина не готова, потому что, ну, там еще, в общем, нужно кое-что докупать, кое-что доделывать. Я буду пользоваться пока только первой половиной. Ну, думаю, что мне этого будет достаточно. Итак, Сенька кайфует, сидит. Больно тебе? Немного. Ну, потому что он такой мощный, прямо классный. Это я вам не показывала, это у нас массажер новый есть. Ну, как новый, мы уже им пользуемся где-то, наверное, ну, наверное, месяц. Но нет, говорит, он прикольно. Дай нам, я поближе покажу его. Ну, дай. Ну все. Я извиняюсь, что буду показывать вам в этой полной разрухе, но просто сейчас это единственное место, где у меня есть свободный доступ к розетке. В общем, про массажер. Я его заказывала еще в прошлом месяце, и я не стала вам его сразу же показывать, потому что, честно сказать, была уверена, что это какая-нибудь полная фигня, как всегда. Тем более, что он достаточно недорогой. Я, в принципе, сомневалась, что за такие деньги может быть что-то очень стоящее. У меня достаточно проблемная вот это вот шейный отдел. Очень сильно болит шея, очень сильно болит вот эти вот плечи, ну, я не знаю, вот эта воротниковая зона, так, наверное, правильно называется. Это все, знаете, от достаточно длительного пребывания за компьютером, отсутствие занятий спортом и так далее. И меня эта проблема сопровождает уже на протяжении нескольких лет. Я, конечно, какие-то меры предпринимаю, то есть, ну, что я сделала? Я заменила обычную подушку на ортопедическую, и это в какой-то степени очень-очень сильно помогло и облегчило мне состояние, но, с другой стороны, не настолько сильно, чтобы, то есть, такого прямо эффекта вау, что раз у меня шея перестала болеть, такого нет. И я понимаю, что по сути мне нужен какой-то комплексный подход, то есть нужна ортопедическая подушка, нужна зарядка, разминка и, конечно же, массаж. Но и дело в том, что я просто не могу физически переносить массаж. У меня настолько сильные болевые ощущения, я даже не говорю про то, там, когда Илюша мне делает или мама мне делает. Сене 8 лет, ребенок, ну уж сколько у него там силы в руках, когда он начинает мне просто вроде бы не со всей силы даже прикасаться, и я ору на весь дом. У меня настолько, видимо, такой там застой мышц, настолько сильные болевые ощущения, что я не могу терпеть массаж. И все это время я прекрасно понимала, что мне нужно делать его на ежедневной основе. Мама мне об этом постоянно говорила, просила Илюшу ежедневно мне делать этот массаж, но я его не подпускаю, потому что мне больно, я не могу. А пробовали
мы всяческие массажеры, у нас были массажеры ультразвуковые, всякие вибрационные, с насадками и так далее, все это полная фигня, часть у меня из них лежит, уже просто под слоем пыли годами, часть мы брали у родителей, какие-то там массажеры пробовали, по крайней мере мне они эффекта не приносят никакого. Ходить по массажным кабинетам, по массажистам, нанимать кого-то домой, у меня нет как бы ни времени, ни, честно сказать, возможности, ни, честно сказать, желания тоже. Поэтому я решила попробовать вот такой вот массажер. Этот массажер действует именно механически, наподобие вот этих вот, знаете, больших кресел, которые, ну, в которые полностью садишься, и оно тебя везде массажирует. Мы с Сенькой, когда последний раз отдыхали здесь, в Анапе, мне в санатории как раз врач назначил посещать вот такую процедуру. Это был такой кайф. Это была просто самая классная процедура из всех, на которых я когда-либо была. А вот этот массажер, это как бы такая, знаете, мини-версия. То же самое, только для конкретно, для каких-то отдельных областей. Мне, конечно же, он нужен для шейного отдела. То есть для этого я его и брала. Он работает точно по такому же принципу. Невероятно, просто невероятно классное ощущение. Он настолько деликатный, что мне, например, не больно, и это круто. Я, честно сказать, больших надежд на него не возлагала, потому что стоимость достаточно невысокая, и обычно за такие деньги купить что-то эффективное, ну, это надо поискать. Поэтому я, конечно, была вообще удивлена, я Илюше дала сразу же попробовать, он тоже был в шоке. Он настолько мощный, он настолько хорошо и классно проминает вот эту область, его, в принципе, можно использовать не только для шеи. То есть я, к примеру, его накладываю вот так вот на воротниковую зону, сюда продеваются руки, и ты сам можешь контролировать нажимом, ты можешь сам контролировать, то есть если ты немножечко тянешь руки вперед, он нажимает, в общем, в нужных тебе местах. Можно его поднять выше только на шею, можно опустить его пониже, как раз вот на эту вот воротниковую зону. Его можно подкладывать под спину, под ноги, под ступни, на живот, вообще, не знаю, хоть куда. Его можно положить абсолютно хоть куда разместить, и также его можно использовать в автомобиле, что немаловажно, у него есть специальный адаптер, то есть просто подключаете его к прикуривателю и все. Также он с согревающим эффектом, то есть все это друг друга дополняет, и получается просто какой-то потрясающий эффект. Я сейчас вам покажу, как он работает. В общем, смотрите, вот так вот это все выглядит. Здесь есть управление, вообще максимально простое, просто кнопка включения, кнопка реверса, ну то есть так шарниры как бы крутятся в одну сторону и будут крутиться в другую. И кнопка включения и отключения подогрева. Я серьезно вам говорю, что я сама не ожидала, что за такую цену можно получить такую классную вещь. Я своему папе заказала примерно такой же массажер, но у меня просто еще не было этого. То есть я сначала увидела тот массажер, заказала его ему. И вот когда я получила свой вот этот вот массажер, я поняла, что, блин, наверное, надо было заказать ему точно такой же, потому что он, конечно, круче. Он гораздо мощнее, он больше. То есть там я заказала, знаете, такой обычный в виде подушечки. На него надо именно ложиться. Этим можно пользоваться сидя. Это вообще просто невероятное что-то. У нас был уже, ну, так отдаленно подобный массажер. С Китая мы заказывали. И вроде бы принцип работы был точно такой же, но, в общем, там была такая проблема, как только ты немного посильнее надавливал, так он сразу же вставал. То есть там только усиливалось сопротивление у этих шарниров, они сразу же переставали работать. Ему элементарно не хватало мощности. Здесь такой проблемы нет, поэтому это просто, знаете, даже если у вас не болит шейный отдел, даже если у вас вообще ничего не болит, купите себе такую классную штуку. Вы не представляете себе, как это расслабляет вечером после работы. Вот я сажусь перед телевизором, одеваю вот эту штуку, и это просто какие-то непередаваемые ощущения. Я даже не могу вам рассказать. Я заказала массажер Clever Care, хотя есть подобные аналоги, можно заказать с Китая, но я тоже слышала, что они как раз вот этим страдают недостатком мощности, и у них нет специальных адаптеров под европейские вилки и для автомобильных прикуривателей. Здесь, как бы, знаете, небольшая разница в цене, но это, по крайней мере, производитель, который, в принципе, специализируется на товарах для здоровья и на товарах для красоты, поэтому, ну, у меня как-то здесь больше доверия было. Слушайте, я не могу разговаривать, пока мне делается массаж, потому что это прямо вообще никак. Я очень сильно отвлекаюсь. В общем, посмотрите, вот это вот красное, это как раз включена функция подогрева. Разогревается все и производится сразу же массаж. Такие там большие шарниры, прямо классные. Они очень-очень мощные. Вот я со всей
силы давлю, они не хотят останавливаться. Получается, они крутятся в двух направлениях. Сначала в одну сторону, потом в другую сторону. И мне показалось по ощущениям, что даже еще как-то. Хотя могу ошибаться. Вот этот вот чехол, он полностью снимается. То есть я так понимаю, что его можно полностью снять и постирать. Никаких проблем возникнуть не должно. Ну и вот эта вот часть наружная, она, видите, из эко-кожи. То есть тоже тряпочкой протерли, все чистенько, хорошо. Реально классная штука, я прям от души вам рекомендую. Невероятное удовольствие, вот, ну, серьезно, очень хорошо расслабляет. И, кстати, для вас будет скидка, это очень круто, поэтому ищите ее в описании к этому видео. Я там оставлю ссылку на магазин, где можно посмотреть или приобрести такой массажер. И оставлю там же промокод на скидку. То есть, если вы еще не купили подарки, обязательно присмотритесь, в качестве подарка просто офигенная вещь. Так, Илюша сейчас здесь обработал вырез под варочную панель. Он у нас был промазан клеем ПВА, этим столярным, в три слоя. И сверху фольгинированный вот такой вот скотч. Теперь задача какая? Варочную панель нужно привести в божеский вид. Посмотрите, какая она грязная. И нужно убрать старую уплотнительную ленту, потому что она вся продавилась. И видите, в нее уже забилась грязь, поэтому она вроде никакой не играет. Мы купили ленту уплотнительную новую, поэтому старую нужно будет снять. Все это сейчас почистить, помыть, и Илюша будет устанавливать варочную панель. Илюша у меня сейчас уехал забирать Сеню с тренировки. В общем, смотрите, установили варочную панель, установили духовку. И слушайте, знаете, что я поняла? Пока духовка стояла там, у меня внизу, там достаточно такое темное место, не было так сильно видно грязь. Слушайте, он ее сюда поставил, она такая грязная, это просто ужас. Я ее сегодня открыла, да даже по зеркалу, по стеклу видно. Я думаю, ну капец, я поросенок, конечно. Поэтому сейчас, прежде чем переезжать, я думаю, что пока мужчины тут у меня ничем не заняты, наверное, мы с вами помоем духовку. Нужно помыть панель, потому что там все на кухне было завалено, и я вообще ее не мыла. Нужно помыть раковину, потому что она тоже еще ни разу не мытая, все еще тут в стройматериале. В шкафчиках я уже все помыла, там все уже хорошо. Посудомойку, кстати, тоже вчера установили. Видите, у нас нестандартная, опять же, высота кухни, поэтому посудомойку нам пришлось все равно поставить на такой некий пьедестал. Так она была низко. То есть, так бы она, если бы мы ее поставили на пол, значит, нужно было бы делать какую-то фальш-панель сверху. В принципе, у меня есть фальш-панель лишняя от шкафа для духовки, но она была бы слишком широкая. Поэтому проще было поставить ее на пьедестал, просто на нужную высоту. Но, конечно, со встройкой посудомоечной машины вообще вчера очень долго мучились, потому что у нас же там идут коммуникации, и она прямо четко уперлась в них. Илюша там вчера, я не знаю, ковырялся, все это переделывали, перекладывали, передвигали, что-то пришлось опустить, что-то пришлось поднять, не знаю. Я надеюсь, что после этого коммуникации все будут работать нормально, вроде бы уклон для канализационной трубы сохранили. В общем, я надеюсь, что все будет нормально, но тут пришлось, короче, пыхтеть, потому что она просто туда не заходила, понимаете, она прям так у нас выпирала, и мы уже думали, что так она и останется. Все, сюда еще сегодня встанет шкаф, он уже собран, вот он стоит, просто его временно отсюда убирали, потому что Илюша будет подключать варочную панель, она у нас, видите, подключается прям вот так вот проводом, без вилки. То есть там у нас на кухне, на то покажу вам ужасную грязь. Здесь на кухне, видите, из стены прямо уже сразу же от застройщика выходил вот такой же провод. Сразу же напрямую мы его цепляли к варочной панели. Илюша этот провод, насколько я знаю, потянет сюда. Или уже протянул, может быть, даже, я не знаю. И будет подключать сюда. Ну что ж, в шкафчиках во всех помыто, технику помыла,
посудомойку еще забыла. В общем, буду сейчас тихонечко переставлять вещи. Пока, повторяюсь, никакой организации не будет, то есть буду даже переставлять, возможно, пока не на те места, где я вообще, в принципе, планировала хранить. Еще не все у нас получается, вот эта вот стена пустая, здесь будут открытые полки, но мы ждем, когда в магазине появится ЛДСП. Его вот 2 дня назад привозили, Илюша вчера позвонил, его уже разобрали, поэтому мы снова караулим, пока будет ЛДСП, чтобы заказать распил. То есть холодильники будут обрамлены в короб, над ними будут еще такие же антресольные шкафчики, здесь будут навесные шкафчики, между ними будут полки. Но здесь получается ширина 1,60 м. Я так примерно прикинула, получается слишком большая длина, поэтому, может быть, как-то тут скомбинирую. В общем, но здесь будут в любом случае полки открытые. Это будет чайная зона под сухофрукты. В общем, баночками все заставлено. В общем, как-то сейчас у нас это все выглядит вот так. Но это, по сути, еще не готовый вариант, как вы поняли, так скажем, скелет кухни. Эта часть практически доделана. Здесь останется добавить 2 шкафчика. Один у нас есть. Мы пока проверяем, просто Илюша утеплили вытяжку, и мы проверяем, капает из нее или нет, пока не рискуем повесить шкафчик. А вот этого шкафчика у нас не хватает. Будем еще этот вопрос решать. Низ уже доделан, здесь будет фасад под посудомойку, все остальное уже остается так. И стенка будет еще доделываться. По поводу стенки, как раз сейчас вышло видео, читаю комментарии. Девочки, все сделано так, как было задумано. Нет ничего того, что пошло не по плану. Кухня выглядит именно так, какой я ее планировала. И я понимаю, что многим, возможно, не нравится. У нас у всех с вами вкусы разные. Но я ее видела такой, и я ей очень довольна уже сейчас. Возможно, кто-то из вас что-то бы сделал по-другому. Мне все очень нравится, я очень довольна. Особенно я же знаю, как это будет выглядеть, когда все будет доделано. Поэтому я понимаю, да, что у всех вкусы разные, кому-то не нравится, там сплошь до того, что и некрасивый, и опять тяп-ляп, неважно. Это моя кухня, мне нравится, и она выглядит так, как я ее планировала. Значит, перегородка очень многих всех вводит в недоумение, в замешательство, зачем мы тут ее перенагородили. Так нужно. Вот просто примите, что мне так хотелось. Даже если вы считаете, что это уродство, считайте. Мне нравится, поэтому вот я вижу так. То есть был вариант, к примеру, сходить к соседям, посмотреть, как у них устроены кухни. Мне не надо, как у них. Я хочу, чтобы как у меня было. А чтобы у меня было не как у всех, понимаете? Поэтому вот я делаю так, как... То есть я придумала так, как я хотела, Илюша все это воплощает, и все идет по плану, все нормально. Просто, видимо, итоговый результат как-то не совпал с вашими фантазиями и с вашими предпочтениями, но главное, что он совпадает с моими фантазиями, все, как я планировала. Так, эта часть, значит, у нас остается такая здесь. Остров. Остров будет, в любом случае, он изначально планировался, единственное, что я не знала, как я его буду ставить. Предпочтительнее был вариант именно вот такой. Здесь лежит столешница, она отличается от этих, это мрамор, это просто белая. Не хотелось перенасыщать еще центральную часть кухни рисунком под мрамор. Остров состоит из 2 шкафчиков, и по нему еще тоже нужно доработку делать. Здесь нужно будет закрывать еще вот эту вот часть. Это будет либо фальш-панель, либо, ну, что-то. В общем, что-то будет здесь еще. Пока еще не решила, что. Пока еще не видела никаких подходящих материалов, чтобы они были не толстые. Ну, в общем, посмотрим еще. И было 2 варианта. Вот это как раз тот, который предпочтительней, что остров будет стоять именно в такой форме, и здесь будет 1 или 2 барных стула. Поэтому, может быть, он еще сместится немного сюда. Для сподручности. У нас в квартире остров стоял немного ближе, и было очень удобно, когда ты готовишь, сразу разворачиваешься и берешь нужные вещи. В квартире, опять же, повторяюсь, в острове у меня хранилась столовая посуда, хранились столовые приборы, кружки и все остальное. И это было безумно удобно. Здесь я планировала точно такое же хранение. В принципе, на этапе проектировки кухни я уже планировала, что и где будет храниться. Здесь планировалось хранить именно тарелки, ложки, вилки и, возможно, специи. Но сейчас, когда кухню поставили, возможно, я что-то поменяю. Не знаю, не решила еще. В общем, это тот вариант, который планировался изначально. И был еще другой вариант. Это поставить остров, развернуть его, то есть сюда задней стенкой, и к нему приставить обеденный стол. Я понимаю, что чисто эстетически это выглядело бы, наверное, симпатично.
практичнее. Но чисто с практической стороны это было, будет не очень удобно, потому что увеличится длина вот этого занятого пространства, и так как кухня расположена с двух сторон, очень неудобно будет ее обходить. У меня у родителей тоже большая кухня, квадратов 30, и посередине этой кухни как раз стояло два больших стола, прям таких длинных, на 12 стульев. И я просто знаю уже на практике, что это, ну, большой километраж, особенно если ты много готовишь. Поэтому я не готова к этому. То есть я рассуждаю с практической точки зрения, гораздо удобнее, когда остров небольшой, компактный, чтобы его можно было быстро и легко обогнуть с любой стороны. Тогда он не будет доставлять никаких неудобств. Поэтому здесь будет отдельно остров и один или два барных стульчика, скорее всего, по крайней мере, так планируется. На столешнице еще нужно будет закроймить края. То есть вот мы ее только-только из упаковки достали новую. У нас кромка есть. Этим Илюша займется, когда у него маленечко будет свободное время. Вот это вот рабочее место отсюда, естественно, уедет, как только появится какое-то уже что-то наподобие спальни. Шторы вернем на место. Шторы туда буду заказывать какие-нибудь другие. Далее, здесь у нас будет стена, которая будет разграничивать это пространство на кухню и спальню. То есть там будет отдельное помещение с дверью. Это будет спальня. И вот здесь будет у нас находиться кухонный уголок мягкий. Я уже в Хофе присмотрела. Очень-очень такой приличный. Мне понравился. Который достаточно компактный. При этом он раскладывается в полноценное спальное место для гостей. На случай приезда гостей. Я по размерам уже все примерила. Все, по идее, должно сюда хорошо, четко войти. Но нужно будет смотреть по факту. То есть изначально я предполагала, что возможно вот эту вот зону можно будет уменьшить. И если мы поставим сюда, когда диван, поставим стол. Я хочу поставить два таких достаточно объемных мягких стула. Если мне покажется, что места недостаточно, то можно будет один шкаф на 80 отсюда просто убрать. Но это уже такой, знаете, крайний вариант. Изначально все планировалось вот так. То есть нужно будет поставить диван и смотреть, как это будет выглядеть. Если все-таки придется лишний шкаф убрать, он изначально у меня не под что конкретное не рассчитан. Поэтому, то есть это просто такое дополнительное место хранения. Кухня ничего особо функционально не потеряет, если этого шкафчика здесь не будет. Но выиграется какое-то дополнительное место. 80 сантиметров – это немало. Столешницу можно будет без проблем подпилить. Но это уже, я говорю, крайний вариант. Изначально предполагается, что это все останется. И здесь будет уже обеденная зона. Пока как-то так. Под шкафчиками будет подсветка. Пока ее тоже нет. Здесь тоже у нас пока никакого светильника нет. И ручки, фурнитура. Фурнитура у нас есть, ручки, но мы их пока не крепим. Я не знаю, как я сейчас буду пользоваться этими шкафчиками, но не крепим, потому что я боюсь, что Соня будет их постоянно открывать и защемить себе пальцы. Поэтому вообще пока их ставить не стали. Но раз уж я сегодня на кухню переезжаю, думаю, что придется их поставить. И тогда нужно будет съездить купить замочки специальные. Или скотчем все заклею. Не знаю, посмотрим. Ну а теперь давайте я буду тихонечко уже перетаскивать вещи. Вообще сейчас вот стою и думаю, что мне кажется, что у меня столовая посуда в этот комод не войдет. Хотя я даже замеряла по тарелкам, чтобы у меня сюда все входило. Если у меня столовая посуда сюда не входит, значит, она будет у меня вот в этом вот шкафчике. Мы не будем ставить посуду, вот эту сушилку для посуды. И я думаю, что если она будет все-таки храниться здесь, я бы докупила еще пару таких полочек и еще поделила пространство пополам, для того, чтобы здесь была больше вместимость. Можно было бы на один уровень поставить кружки, на второй столовые тарелки, на третий, к примеру, пиалки, супницы и такое прочее, на четвертый блюдо для подачи. Ну, в общем, это так пока в теории. А, еще, кстати, забыла сказать про цоколь. Цоколь шел в комплекте к каждому шкафчику, но это каждому шкафчику отдельная накладка, поэтому мы решили их сразу же не устанавливать. Когда будем заказывать распил, сразу же выделим детали для того, чтобы пустить цоколь целиковый, чтобы не было вот этих вот швов между шкафами. Будет все закрыто одной целиковой планкой и, возможно, еще будем заказывать то же самое наверх, потому что изначально я планировала, что шкафчики будут под самый потолок, но в итоге уже, когда мы начали собирать, передумали, потому что все-таки меня убедили, что я использую обычно не очень удобную высоту шкафчиков. Мне нравится, когда верхние шкафы достаточно высоко, но это непрактично. Я сама до них не достаю, там уже кроме выше верхней полки, поэтому меня все-таки убедили, что нужно сделать их пониже, на стандартную высоту, и, соответственно, у нас все шкафы тоже ушли ниже, поэтому там нужно будет делать какую-то планку, закрывать, а может быть, даже и не будем. Посмотрим, как это все
все получится. И нужно будет пустить еще потолочный плинтус, молдинг, да, как называется правильно, чтобы спрятать все провода. Сговаривать можно вечно, на улице уже темнеет, мальчишки меня ждут, пока я тут закончу, поэтому давайте я быстренько начну переселяться. Итак, друзья, вчера так не закончила видео, потому что уже стало очень-очень темно. Думаю, доснимаю завтра, что где как разложила. В итоге сегодня уже опять вечер, опять темно. Ну ладно, давайте я быстренько покажу. В общем, я по сути просто распихала какие-то свои вещи по шкафчикам. Это не какое-то, знаете, прям уже специально отведенное место. Ну вот так пока. Сюда пока поставила какие-то формы для подачи. Ну, они у меня как бы универсальные. Я в них и подаю, и выпекаю салатники. В общем, пока здесь вот так вот. Может быть, потом здесь будут бокалы или что-то такое. Не знаю, у меня пока все это на чердаке. Здесь поставила свои любименькие цветочки. Меня теперь радуют. Далее в верхние антресольные ящики поставила технику. Такую не на ежедневной основе используемую. В шкаф под варочную панель у меня ушли сковородки. Первый ящик. А под сковородки потом хочу купить вот такой вот органайзер, чтобы они вертикально хранились. А в следующем ящике у меня получаются кастрюли. В принципе, вот с кастрюлями ящик прям полностью битком набит, потому что здесь еще сейчас не хватает трех, и он вообще прям полный-полный. Хорошие такие вместительные ящики получились. Прям как все как задумано. В следующий ящик у меня ушел под специи. Да, все-таки я думала до последнего, что, наверное, как-нибудь я обойдусь со своими баночками и не буду менять. Наверное, все-таки придется их заменить на такие, знаете, на икеевские, которые можно штабелями вот так вот положить и сбоку подписать. Потому что, конечно, мои банки, видите, они немного разносортные, разных размеров. И они просто не подошли хорошо, идеально по размеру, так, чтобы, ну, так, чтобы красиво все это лежало. Поэтому, конечно, со специями нужно будет дорабатывать. Да вообще еще много всяких органайзеров нужно будет покупать. Ну, пока вот так вот.
Итак, этот ящик будет у меня, как видите, подложки-поварешки, лопатки, открывашки, в общем, всякая такая ерунда, ножницы, ручки от сковородок. Здесь нужно тоже будет покупать органайзер. Я пока положила вот такую вот салфеточку для того, чтобы, ну, не портился низ шкафа. У нас посудомойка почему-то не всегда после мытья посуды посуда сухая, поэтому иногда она такая влажная, и надо по уму, конечно, купить вот эти рулоны силиконовых ковриков. Надо посмотреть, какой метраж нужен, сколько мне их нужно штук, и в каждый ящик сделать вот такие вот силиконовые коврики, потому что посуда, говорю, может быть иногда влажная. Ну и в нижний ящик я поместила технику, которая используется на постоянной основе, да, такой на ежедневной, на самой частой основе, мелкая всякая техника, блендер, миксер, в общем, измельчитель, кофемолка, весы и так далее. Далее, в этот шкаф я пока поместила крупы. Крупы тоже говорила, что банки буду менять. Буду менять стеклянные банки на обычные узкие пластиковые. Потому что у меня нет банок под абсолютно все крупы. И часть круп у меня все-таки хранится в пакетах. Поэтому будет удобно заменить их на более компактные, более легкие. И тогда все крупы разместятся в этом ящике. Там наверху тоже в том шкафу ломтирезка. Этот провод отсюда будет убран, это пока у меня компьютер тут подключен. Здесь вот в шкафу в пенале, значит, на верхней полке это все для уборки. Ну, это вообще такая, знаете, какая-то получилась полка, в общем, не знаю. Здесь книжки с рецептами, тетрадки мои с рецептами, и салатники, и дуршлаг, и мерный стакан, в общем, вот так. И мясорубка. Ну и внизу у нас получается под духовкой в шкафу стоит микроволновка, и миксер пока туда поставила. Так, в острове столовая посуда, то есть тарелки. Следующий ящик пиалки. Ну, вот такая вот всякая мелкая посуда. Но мы тоже ее используем на ежедневной основе, поэтому она тоже нужна под руками. И последний ящик формы для запекания, формы для выпечки. Здесь будут ложки-вилки, тоже нужен лоток специальный. Так, здесь стаканы-кружки. И в последнем ящике посуда, так скажем, транспортировочная, то есть в которой Илюша берет с собой обед. Там овсянку в банке, вот, к примеру, стеклянные банки делаем, контейнеры для хранения в холодильнике. Ну, в общем, тоже такая часто используемая. А вот этот вот шкаф оказался пустой. Здесь вообще планируется все для выпечки. Ну, в общем, пока временно, да, он пустой, потому еще, может быть, где-то я что-то разгружу и сюда добавлю. Это так называемый чайный ящик. Здесь все: чай, кофе, добавки к чаю, сахар, какао, кофейник. Здесь заварочный чайник стоит. В общем, такой чисто чайно-кофейный. Ну, вот лекарства еще сюда с краешку поставила, чтобы они на столешнице не стояли. Далее идет следующий ящик. Это все, что хранилось у меня на прошлой кухне в шкафу над вытяжкой. Здесь какие-то добавки. Здесь дополнительные специи, здесь для выпечки всякая штука. В общем, такие все, знаете, вот продукты. Ну, в общем, вот такие все продукты. Не знаю, как объяснить. Крахмал, сода, какао. Вот я говорю, все для выпечки. Кунжут, какие-то чаи вот эти вот, да, лечебные. Ой, мука. Ну, в общем, все здесь. Такое все здесь. Под ним прямо ящик, это наш запасник. Это продукты, которые, ну, у меня не пересыпаны, к примеру, в контейнер. Но вообще как бы запас продуктов. У нас тоже там на прошлой кухне такой шкафчик был. Единственное, что он был очень неудобный. Конечно, вот в выдвижном ящике получилось гораздо-гораздо удобнее пользоваться. Прям 2 дня уже пользуюсь, мне нравится. А вот в этот вот ящик у меня не вошло все, что планировалось. Поэтому буду еще тут как-то все переорганизовывать. Это у меня ящик под бумагу для выпечки, под фольгу, под пакеты, упаковка, в общем, бумажные салфетки и все прочее. Маленький оказался, маловат. Наверное, придется потеснить полотенце. Полотенце сгружу посильнее, потому что вот этот ящик я отвела под полотенчики, а нижний отвела под фартуки, скатерти, плейсматы. Но думаю, что все равно все придется объединить вместе с полотенцами потеснее. Ну, пересмотрю все полотенца, какие от каких-то избавлюсь сразу, чтобы посвободнее было. И упаковку, салфетки, вот это вот все дело разложу на 2 ящичка. Все, пока вот такие вот результаты. Буду с вами прощаться. В следующем видео уже полноценно будем пользоваться кухней, будем готовить что-нибудь вкусненькое. Прощаюсь с вами совсем-совсем ненадолго. Всех вас люблю, всех вас целую. Всем пока-пока.